Сегодня по всей республике прошли всероссийские учения. Дети под руководством педагогов отработали два сценария плана учебной эвакуации из школы при совершении теракта. Насколько соответствовал порядок действий при вооруженном нападении на объект в коррекционной школе Черкесска, расскажет Альбина Ламкова. Принято. Так, спокойно начинаем действовать по первому варианту алгоритма действий при нападении вооруженным. Коллеги, спокойно, работаем с детьми. Сразу после поступления сообщения директор коррекционной школы Ирина Борисова направилась на проверку выполнения заранее поставленных задач. Быстренько, они уже закрылись. Дети в школе особенные. Для их обучения и воспитания используют специальную методику работы. Помимо профессиональных навыков, педагоги должны иметь безграничное терпение. Тем более на повестке дня эмоциональная тема, связанная с вопросами антитеррористической защищенности. Это проверка. Мы проверяем, как вы подготовились. Чтобы дети не сильно переживали, учительница постоянно напоминала им, что это всего лишь проверка. Видите, вот ребенок у меня волнуется, но пытаюсь рядом подсела, пытаюсь его успокоить. И в другой кабинет не так легко было попасть. Дверь закрыта не только на ключ, она полностью забаррикадирована. Общими усилиями отодвинули шкаф, и мы аккуратно зашли в класс. Здесь дети тоже спрятались. Долго их не мучили. Отработав необходимые действия по вооруженному нападению, педагоги похвалили всех за внимательность и еще раз напомнили, что это всего лишь тренировка. Это у нас учебная что? Учебная тренировка, да? Это сигнал второй части сценария – обнаружение взрывного устройства в школе. Необходимо было в считанные минуты провести эвакуацию детей. Использовали не только парадный выход из школы. Молодцы, мужики мои. Там... Главный ответственный за безопасность детей – директор школы. Последняя должна быть из образовательного учреждения, проверить, все ли эвакуированы учащиеся, сотрудники. Поэтому, выбегая из кабинетов и проводя эвакуацию с детьми, каждый классный руководитель отмечает, что класс эвакуирован. Ежемесячно мы проводим эвакуационные тренировки. Сейчас отработался алгоритм действий при обнаружении взрывчатого устройства. Проводилась эвакуация учеников без каких-либо затруднений. Вывели всех деток на улицу. Эвакуация прошла четко, быстро и без паники. Дети вышли на безопасное расстояние. Была произведена перекличка по классам. Не бойтесь, мы всегда рядом с вами. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести Карчаево-Черкесия.